приступаю к сборке шкафа. Шкаф угловой будет. Пенал и комод уже собраны. Шкаф будет стоять здесь. По фабрике стиль. Собрал шкаф. Перехожу сейчас пенал в стену. И фасадная часть останется. Скрепил вместе. Эту дверку еще не выставлял. Сейчас соберу фасадную. Фасад будет такой же идти. Узнаю, на какую сторону, под какую руку будет стоять, и тогда уже монтировать. Брал, выставил. Выезжаю на следующий адрес. Ехал на второй адрес. Будет такой вот шкафчик прихожей. И будет стоять вот здесь вот. Собрал. Такой маленький. Новый день. Приехал на адрес. Будет два шкафа и вешалочка с тумбой. Приступаю. Все пособирал. Перехожу уже к установке. Собрал, перехожу к установке фасадов. Все собрал. Здесь у нас. И чтоб можно было садиться. Ну, и здесь все однотипно. Приехал на адрес собрать прихожую. По-быстрому. Она бывает на левую и на правую сторону. Раз открыл фурнитуру, показываю эту заказать. Нет, другую. Вот теперь буду часик ждать, пока доставка поменяется. Собрал корпус. Осталась фасадная часть. К стене не пододвигай, как дверь, что будет ставиться. Собрал. День, приступаю к сборке кухни на магазине. Собрал. Такие уже две штуки были. Здесь уже ручки поставил. Перехожу к сборке следующей. Собрал вторую кухню. Здесь газлифты. И собрал третью кухню. Все то же самое. Я сегодня собрал три кухни. И почти чуть-чуть осталось. Отработал, вышел на вечернюю прогулку. Thank you.
Thank you.